Всем привет! Мы продолжаем нашу рубрику о самом интересном в мире роботехнике. Сегодня мы представим вашему вниманию топ-роботов для детей. Интерактивные, электронные существа, способные играть, познавать мир, шутить, узнавать ваше лицо и голос среди других и быть при этом вам верным помощником. В сегодняшнем нашем обзоре топ-роботов, с которыми можно дружить, а некоторых из них даже можно купить. Ну что, поехали! Нани Стефа. Робот Нани Стефа – это плод долгой и кропотливой работы испанского инженера для своего любимого сына. Ему удалось создать не просто робота-помощника, а робота – настоящего друга для своего сына. Самое время разобраться, что же может робот Нани Стефа и в чем его уникальность. Может Стефа действительно многое? Нани Стефа умеет считывать эмоции, распознавать голоса людей и отличать их от других. Технология искусственного интеллекта наделяет его способностью взаимодействовать с окружающим миром и при этом выражать собственный, весьма забавный набор эмоций. Стефа может расстроиться, если что-то получается не так, как он этого хочет, или наоборот, порадоваться, если складывается все удачно. Электронная начинка Нани Стефа состоит из уникальной нейросети и искусственного интеллекта, более 30 элементов подсветки, 2 процессоров и, вдумайтесь, более 1 километра проводов и кабелей. Стефа познает мир ежедневно. Он научился читать и считать, рисовать, ловить рыбу, косить газон. Благодаря встроенному искусственному интеллекту он с легкостью справляется с любой новой задачей. Но самое главное, он сумел научиться дружить и завоевал сердце маленького мальчика Стефана. Вообще, это удивительная история знакомства и дружбы робота и мальчика Стефана, за которой мы будем внимательно следить на их канале. Сегодня мы прощаемся со Стефа, но в будущем будем знакомить вас с новыми успехами Нани Стефа. А мы двигаемся дальше. Козмо. И следующий на сегодня робот Козмо. Это робот, разработанный компанией Anki из Сан-Франциско, производящий минимизированные автомобили. Несмотря на свои крошечные размеры, Козмо довольно-таки смекалистый робот. Он с легкостью отвечает на вопросы людей. Он также любит перетаскивать и складывать разные предметы. Особенно это касается его любимых энергетических кубиков. Как и все роботы нового поколения, Козмо считывает и запоминает своих собеседников и своих соседей. Набор эмоций очень легко читается у Козмо выражением лица на его экране, и выглядит это очень забавно. Управление Козмо происходит при помощи мобильного приложения, установленного на телефоне. Заряда у Козмо хватает на 2 часа интенсивной работы. Вообще, Козмо напоминает одновременно домашнего питомца и какого-то мультяшного робота. Ну а мы прощаемся с Козмо и двигаемся дальше. BB-8. И последний на сегодня робот BB-8 от известной компании Sphera. BB-8 – это домашний дроид, который также управляется при помощи приложения, установленного на телефон. Мы все давно полюбили фильм «Звездные войны», а компания Sphera предоставила возможность нам провести время с одним из своих любимых героев вместе. Радиус взаимодействия робота и ребенка составляет до 30 метров, благодаря протоколу Bluetooth Smart, и при этом развивает скорость до 4,5 км в час.
При помощи кнопок в управлении в приложении BB8 может также изображать хорошее и плохое настроение. Еще одна удобная функция BB8 – это возможность управлять им при помощи голоса. Вообще BB8 очень легко адаптируется к своему владельцу и старается всегда быть с ним на одной эмоциональной волне. Что касается емкости батареи BB8, то ее хватает на час активного времяпровождения. Мы надеемся, что компания Sphera еще не раз порадует нас своими новинками, о которых мы непременно вам будем сообщать. Ну а нам пора прощаться. Следите за нашими видео, и мы еще обязательно расскажем вам много интересного из мира робототехники. Всем пока! До новых встреч!